пытаясь выстроить отношения к учителю. До какой точки учитель сопровождает ученика к слиянию? На каком этапе человек начинает постигать из своей души? Ну таки что? Это вопрос. Это мешает? Это не мешает. Не, ну не то, чтобы это мешало, но... Просто нужно все время выстраивать важность к учителю. Теперь по мере продвижения человека он постигает все больше в своей душе. Ну так это мешает ему прийти к большему слиянию с учителем? Не то, что мешает. То есть он как бы не нуждается в нем? Да. Нет, наоборот. И в чем он нуждается он, по мере продвижения? Он все получает через учителя. Сулама мадригот ла миштане. Лестница ступеней не меняется. То, что он получает через учителя, это становится, ну, как бы понятно самим по себе, это ступени лестницы. Да, вопрос, какое он должен выстраивать отношение к учителю, чтобы это, ну, не превратилось в нечто само собой разумеющееся. Учитель — это его высший, и он все время должен находиться в слиянии с высшим. Он как бы представляет ценности высшего для человека? Да, да. Другой вопрос. Ученик не должен стремиться постижение Творца и подняться выше? Да, пусть будет. Он должен к этому стремиться? Он должен стремиться ко всему. Он должен быть первым после Творца. Это вообще возможно, если нужно все время удерживать ниже учителя? Нет, может быть. И именно ценим такое.